протез Синоби. Это очень эффектное и незаурядное оружие из игры Sekiro Shadows Die Twice. Такую аугментацию конечности получил Синоби по имени Волк после того, как потерял руку в результате попытки защитить своего господина. Однако, насколько протез Синоби не эффектная, но эффективная и в принципе реальная технология с точки зрения нашего с вами мира? В текущем выпуске мы попытаемся ответить на этот вопрос. На связи, как обычно, канал Ammunition Time, и мы начинаем разбор. Что такое протез? Это некое устройство, которое имитирует функциональность потерянной части тела. Sekiro — это игра фэнтези, где есть магия и все такое, но декорации мира отсылают нас к средневековой Японии. Поэтому все предметы материальной культуры в этой игре средневековые, изготовленные по технологиям того времени. Если представить, что некий японский воин потерял бы конечность в те далекие времена, то ему тоже мог бы достаться протез. Например, вот такой крюк, функциональность которого весьма посредственная. Ну а если у вас имеется рабочая и функциональная рука, то советую не трогать ей мышку или матрицу экрана, пока подробнее не узнаете про Lost Ark, онлайн-игру в жанре фэнтези с огромным миром приключений и масштабных битв. Кроме бесконечного уничтожения монстров и прокачки своего персонажа, в Lost Ark можно еще и охотиться, рыбачить, заниматься археологией и даже плавать по морю на корабле. К тому же недавно вышло обновление «Эпоха безумия», где вам предстоит подраться с новым боссом Ку Сатотом, решая сложные головоломки и выполняя опасные трюки. Качай свое снаряжение до 1475 уровня, собирай пати из 4 человек и побеждай владыку Фетрании. Также очень скоро откроются Великие Врата. Путь в Эльгасию будет открыт в октябре, но пролог уже доступен. Однако перед этим вам нужно вернуться в архивы библиотеки Рун Лиара и раскрыть тайны прошлого. Только тогда вы сможете найти дорогу к утраченному раю. А вот теперь вспомни про свою функциональную руку и с ее помощью перейди по ссылке в описании, чтобы скачать Lost Ark совершенно бесплатно и получить кучу крутых призов. Загляни в глаза истинному безумию. Ну а мы возвращаемся к протезу Sekiro. Какой же протез мы видим у Волка? У него не просто крюк или клинок, а полноценная рабочая левая рука от локтя до кончиков пальцев. Работает мелкая моторика пальцев, и кисть способна вращаться по оси, словно она находится на запястье настоящей конечности. Даже в современном мире с имеющимися технологиями такое до сих пор невозможно сделать в полной мере. Главная причина в отсутствии иннервации такой конечности. Если не подключить протез к нервной системе человека, то он не будет управляться мозгом. Безусловно, разработки в области высокотехнологичного протезирования ведутся и прогрессируют очень сильно, но, во-первых, не без помощи электроники, а во-вторых, функциональность таких бионических протезов все еще очень ограничена. В Sekiro протез выполнен без всякой электроники, естественно, из дерева и металла. Протез имитирует две кости предплечья, локтевую и лучевую. По центру между этими костями идет ось для наматывания на нее веревки с крюком. А теперь мое самое любимое. К пальцам наружной стороны ладони крепятся веревочки, которые имитируют сухожилия. Типа они должны участвовать в сгибании и разгибании пальцев. Выглядит этот протез так, словно резчик по дереву собрал его из того, что осталось у него на помойке на заднем дворе. Где искусственные мышцы, приводящие руку в движение? Какие именно механизмы отвечают за ее работу? Из чего выполнены бионические нервы, способные проводить электрохимический импульс от мозга до конечности. Игровые формулировки в описании предмета очень абстрактные, которые не дают ответы на поставленные вопросы. Вообще. Понятно, что это фэнтези, где можно все списать на магию, но в реальности без нее создавать придется все вышеуказанные компоненты для работы протеза. Однако сам по себе протез Синоби даже в половину не так интересен, как многочисленные модификации для него. Инструментов для протеза существует 11 видов, но мы обсудим только 9, а именно
крюк-кошку, метательные предметы, петарды, топор, копье, щит, огнемет, кинжал и свисток. Не включил я в этот список божественное похищение и перья туманного ворона, ибо это чисто магические штуки. Похищение станет врага, а перья тебя телепортируют в бою, что с реальностью вообще никак не вяжется. Начнем разбор с крюка Синоби. Вообще, Синоби — это одно из названий ниндзя, поэтому волк из Секиро — это фэнтезийный ниндзя в полном его понимании. Соответственно, некоторая часть его экипировки и арсенала взята от реальных исторических прототипов. Одним из таких приспособлений является кагенава — веревка с крюком, предназначенная для лазанья по стенам и преодоления иных высоких препятствий. Также историки сообщают, что этот крюк использовался ниндзя в качестве гибкого оружия во время боя с противником. Для этих же целей волк использует крюк-кошку и в игре, но реализма в этом нет совсем. Он скачет по скалам, как Спайдермен, с перезарядкой между выстрелами крюком менее 1 секунды. К тому же непонятно, что служит пусковым механизмом крюка. Самое логичное — баллон со сжатым газом, однако его в протезе нигде не видно. Так что кагенава, хоть и реальное приспособление, но его использование в Секиро совсем нереалистичное. Говорят еще, что в игре этим крюком можно цеплять врагов и как бы тоже использоваться им в бою, но я, видимо, тупой и не понял, как это делать, хотя я изучил необходимый для этого навык в ветке умений. Далее обсудим метательное оружие, а именно сюрикены. Их несколько разных образцов, но по факту каждая следующая модель сюрикена — улучшенная версия предыдущей с сохранением свойств поражения предшествующей модели. В целом это касается и всех остальных видов модификаций, кроме крюка-кошки, она в единственном экземпляре. В игре сюрикены используются, как и в реальности, то есть в качестве метательного оружия для дезориентации противника в бою, чтобы выиграть время для нанесения удара в уязвимую часть тела самурая. В Секиро противники не получают от сюрикена большой урон, что логично. Такой маленький клинок не может навредить, если попадет в закрытую броней зону. Монеты по своей эффективности примерно точно такие же, как и по задачам, только их урон еще ниже. Единственное, что неоднозначно в использовании, это кунай. Небольшой клинок листовидной формы с длинной ручкой и кольцом для крепления веревки. Источники гласят, что в реальности кунай не метали, а наносили им колющие удары в ближнем бою. Однако можно найти массу видео, где кунай преспокойно метается и весьма успешно. Так что метание куная может и не канонично использованию этого инструмента ниндзя, но точно не противоречит возможному способу использования этого оружия в нашем мире. Еще один прикольный протез руки — это раскладной щит-зонд. Он состоит из множества стальных пластин, идущих внахлёст друг к другу. В игре для приведения зонта в боевое положение его нужно разложить, и он словно веер распустится в железный щит. С ним история как с членом до колен. Выглядит внушительно, но не работает ни хрена. Забугорный народный умелец по имени Колин Фурс, знакомый нам по ролику о клинке Ассасина, попытался сделать и этот щит. И его модель обнаружила в себе сразу две проблемы. Во-первых, даже несмотря на то, что щит Колина был в 1.5-2 раза меньше игровой модели в диаметре и имел всего лишь один ряд пластин, он весил 10,5 килограмм. Для сравнения, круглый деревянный щит диаметром 80 сантиметров весит в 2 раза меньше. Во-вторых, механизм раскладки веера не обошелся без электрических приводов и все равно периодически заедал. Хотя у Колина таки получилось состыковать две крайние пластины, чтобы веер стал слитным щитом. Думаю, что там не обошлось без магнитов, что, кстати, не противоречит лору Секиро, потому что там есть такая руда, как магнетит. Тем не менее, Колину не удалось сделать щит вращающимся, или такой задачи вовсе у него не ставилось, хотя в игре щитом вращать можно. Эта опция полезная с одной стороны, потому что удары будут соскальзывать с невероятной эффективностью. С другой стороны, если щит весом в 10 кило сделать постоянно вращающимся, удерживать его будет чудовищно тяжело, хотя даже и без этого его будет очень тяжко держать. Так что складной щит из Секиро — это полная шляпа, ну или зонт, точнее. Еще одна прикольная приспособа для протеза — это огненный клапан. Это средневековый огнемет, который единоразово плюется горючей жидкостью. Учитывая, что аналог напалма был известен еще древним эллинам, огненный клапан вполне мог бы быть в реальности и на нашей планете. Нужно всего лишь 3 компонента. Горючая смесь, сжатый
газ для выпрыскивания смеси и катализатор для воспламенения. Способов создать такое сейчас дофига, но вот еще 500 лет назад с этим бы, наверное, возникли сложности. Чтобы закачать в емкость газ, нужен клапан, обеспечивающий надежную герметизацию. А его, из того, что я нашел в интернетах, изобрели, по-моему, в веке только в 19-м. С другой стороны, греческим огнем же каким-то образом стреляли из сифона по вражеским кораблям. Так что, значит, все реально. Единственный вопрос, наверное, встает в компактности такого устройства. В частности, еще добавлю, что держать такое устройство на руке очень опасно, потому что можно запросто вспыхнуть самому. Есть риск не только для живой руки, но и для деревянного протеза в секиро. Теперь буквально пара слов про петарды Синоби. Это в целом реальная вещь в средние века. В игре это по функционалу что-то вроде светошумодымовой гранаты, позволяющей скрыться и дезориентировать противника. Учитывая, что порох изобрели в первом тысячелетии нашей эры, несложно допустить реальное создание таких штук на самом деле. Далее обсудим свисток, отпугивающий животных. Еще одна прикольная вещь, хотя в игре она сделана из фаланги женского пальца. Я не хочу даже проверять, на самом деле такое возможно или нет, но свисток для отпугивания собак из металла или из дерева существует. Он работает по принципу издавания сверхвысоких звуковых частот, которые нашим человеческим ухом не улавливаются, но собаки это все отлично слышат и очень негодуют, когда такое, собственно, попадает на их барабанную перепонку. Говорят, такую штуку можно сделать даже из веточки вербы, но сам я не проверял. Правда это или нет, без понятия, но если такой свисток еще и эффективный, действительно можно сделать из дерева, то в средние века оно могло бы существовать. Ну и в заключение скажу пару слов о топоре, клинке Сабимару и раскладном копье. Первые два реалистичны максимально. Все, что нужно, это пружина, которая позволит выкидываться резко с запястья, и фиксатор для перевода оружия в походный режим. Другое дело, что их неудобно будет носить на предплечье. Представьте, что у вас на предплечье 300 или 500 грамм груза постоянно. Легче повесить их на пояс или на ногу, чтобы нагрузка шла на крупные группы мышц, которые полкило вообще не почувствуют. Собственно, это оружие так и носили. Можно ли использовать топор или сабимару в бою? Конечно, можно. Только не совсем так, как в игре. Ломать ростовые щиты топором не получится, но метать его в противника одно удовольствие, он же короткий. Однако мертвая фиксация на протезе в игре это сделать не дает. Что насчет сабимару? Ну, это по сути японский кинжал тато. Правда, в Японии, как мне известно, он применялся самураями только для ритуального самоубийства харакири и бытовых задач. Я не нашел информации, чтобы им дрались в парном варианте вместе с катаной, как, например, дрались шпагой и дагой в Европе. Ну а раскладное копье – вещь вообще бесполезная. Наверное, его даже можно сделать, но зачем? Во-первых, копье – это двуручное оружие, которым нужно работать, не поверите, двумя руками, иначе херня получается. А у волка в другой руке катана. Во-вторых, когда копье распрямится во всю длину, у него появится огромный рычаг. Рычаг, намертво прикрепленный к протезу. На месте противника мне бы ничего не мешало бы взяться за древко копья другой рукой и выломать сустав, например, плечевой или локтевой, такому ниндзя нахрен. Или хотя бы повалить его на пол. Использовать копье как в игре, типа для захвата брони отстоящими крюками на клинке, я бы тоже не стал. Оторвать от тела правильно закрепленный доспех почти невозможно. А вот что возможно, так это схватить крюком копья ростовой щит за верхнюю часть, потянуть на себя, а потом резко воткнуть клинок копья в открытую башку. Вот такой прием я бы, может быть, попытался выполнить, но даже в игре враги со щитами не очень часто попадаются, так что этот инструмент протеза нет смысла качать, а уж делать в реальности его и подавно. Как итог, сам по себе протез Синоби невозможен в нашем мире без сложной электроники и бионических нервов. Даже с современными технологиями такие протезы пока не созданы настолько качественно, чтобы полностью имитировать работу конечности. Что касается инструментов протеза, то большая часть из них реальна с технической стороны, но нереально по использованию в игре. Оно и понятно, это же фэнтези. Но в целом, кроме тяжелого раскладного зонта, огненного клапана, опасного для самого стрелка, и раскладного копья, бесполезного для его носителя, инструменты из секиро
можно создать в реальности и успешно применять. Такие дела. Пишите, что вы думаете по этому поводу, а также предлагайте идеи для будущих выпусков в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы остались всем довольны. На связи был Ammunition Time, всем удачи, всем пока.